Госалкоконтроль против псевдоресторанов. Несмотря на то, что ведутся меры против продажи алкоголя, предприниматели все равно находят лазейки, чтобы обойти закон. На сегодняшний день есть определенный ГОСТ, но он не полностью исключает возможность для псевдоресторанов продавать алкоголь после 20:00. На последней сессии ЛТУМН были внесены поправки в части вновь действующего ГОСТа о ресторанах. Пока у предпринимателей есть время привести свои заведения в соответствии с ним. Предполагается, что после внесения поправок у недобросовестных предпринимателей будет меньше лазеек для обхода. Кроме того, алкоконтроль предлагает внести обязательную сертификацию для ресторанов, чтобы защитить легальных добросовестных предпринимателей. Данный ГОСТ установлен, значит, федеральной властью. Мы только его внесли как основу для того, чтобы на него опираться для местных ресторанов. Ну, там много различных требований, это в том числе и определенные должны быть помещения, должна быть кухня, где должны быть изготовляться фирменные сложные блюда, должно быть обязательно спецобслуживание.